Областное радио. С нами сегодня главный редактор портала Полина Симакова. Полина, доброе утро. Доброе утро. Очень рада тебя видеть. Я вас тоже. Полина у нас уже была в гостях. Полин, ну рассказывай, у горсайта хорошие новости, причем во всех смыслах. С чем связаны эти новости, как дела у горсайта и о чем вы там пишете? Действительно, новости замечательные. Новости те, которые мы ждали полгода. Да. Можно открыть на такой тайм? Мы замерили. Мы действительно ждали полгода. Да, полгода. В общем, два дня сайт работает в новом виде. Теперь это уже не просто сайт, не побоюсь этого слова, а это медиапортал. На нем собраны, правильно ты сказала, радио 54, кнопка радио 54 и эфир УТС. Как здорово! То есть ты заходишь на сайт, вот тебе, пожалуйста, радио послушать, телевизор посмотреть, да, и все это в интернете. Мы свою кнопочку нашли. Новости почитать. Новости почитать, да. Кстати, друзья, действительно, это хорошая новость. Многие порой часто очень спрашивают нас, а где в интернете послушать? Да, скажите нам, вот это вот местечко, где уютно, бесперебойно и желательно бесплатно, да, играет радио 54 на горсайте, а так? Заходим на главной страничке в самом верху. В самом верху, в левом, слева, в левом, да, верхнем углу, кнопочка радио 54. Ну, с нами понятно, прямой эфир, а чего там УТС показывает? УТС это тоже прямой эфир и лучшее видео дня. Ну, это наш субъективный выбор, но тем не менее. А вкус у вас специфический, в хорошем смысле, да, этого слова. Да, вкус у нас специфический, мы новостники. Да, но еще и с юморком. Мне нравится, как горсайт подает иногда новости, необычно. Ты не обращал внимания? Да, ты знаешь, я обратил внимание на другое, то, что, я не знаю, специально это сделано или не специально, но мне понравилось то, что сайт не перегружен картинками. То есть машина, у кого-то дома компьютер, скажем так, слабенький, он вполне вот это дело все загрузит без проблем. Да? Да, если прежний горсайт, это были сплошные картинки, мне это не очень устраивало, ну, это уже не современно. Просто мне есть чем сравнить, то есть да, я почитываю другие там городские сайты. А их не так много, их у не нас, так много, вот да. Важно. Ну и вот реально, если компьютер там старенький-старенький, можно даже не заходить. Да. Берем заголовками. Да, совершенно верно. Берем заголовками, да, заголовки тут у нас, ну, наши читатели очень довольны. Полин, вы хотели отстроить некую структуру местных корреспондентов по Новосибирской области, вот в каких районах уже есть люди, которые внимательно отслеживают происходящее и оперативно сдают вам всех с потрохами? Ну, список достаточно длинный, я перечислять не буду, но я скажу, что да, во многих районах области работают наши корреспонденты, и новости мы получаем оттуда оперативно. Там, где их нет, пока нет. У нас, тем не менее, есть сеть информаторов, которые доносят до нас. Они информаторы? Не... Информаторов. Вот так вот. И я ими очень дорожу, да. Которые доносят до нас новости. Ну, а написать их, это наша проблема, потому что наша задача. Не будем скрывать, что чаще всего, не чаще, ну ладно, чаще всего, новости острые из районов лучше писать из Новосибирска. Угу. У нас развязаны руки. Ну да. В пределах, да, угу, российского законодательства вот эту грань мы, конечно, никогда не переступаем. Но, тем не менее, некоторые вещи мы можем себе позволить. Чего не могут позволить люди, которые живут на местах. А можно живой пример? То есть я сейчас не о конкретном районе области, чтобы никого не подставлять. Но вот есть проблематика, которую район области побоялся озвучить, а горсайт засучил рукава, да, и сделал. Вот можно прям живой, реальный пример. Вы знаете, несколько таких примеров. Я просто обозначу проблему. Это противостояние власти и оппозиции. В некоторых районах, вот, знаете, говорят, что вот там в деревне жизнь идет политическая, тем не менее, значит, ничего подобного. Там лучше не противостоять. Нет, противостояние есть и очень жесткое. И мы занимаем свою позицию. В равной степени, значит, мы отражаем позицию власти и позицию оппозиции. Да-да, так. Так, соблюдая баланс, никто в районе этого себе сделать не может. Позволить этого не может, потому что... Не, ну позволить-то может, но понимает о возможных последствиях. Да, они или на стороне белых, или на стороне красных. У нас есть своя сторона, она очень, значит, нейтральная, объективно, да, мы оцениваем ситуацию. И вот такие наши материалы о политической жизни именно отдаленных районов, ну, стреляют. Понятно. Как у вас налажена обратная связь с вашими читателями? То есть читатель может предложить тему, например, или указать на какие-то там, ну, ошибки, если там в тексте вдруг случилось? Ой, это наши читатели любят. Да, ну, они пишут письма, они звонят мне не анонимно.
То есть и тут на нашу порядочность они рассчитывают. Да, очень так поток идет. Пусть тоненький, но... Ну, это только пока. Это только пока. Я в этом убеждена полностью. Вот по поводу пока. Какие дальнейшие планы? Вполне возможно, какие-то новые рубрики и какой-то медиаход необычный, интересный. Что планируете? Ну, давайте я сначала поговорю о глобальном. В общем, то, что мы ввели вот медиапортал на Сибирской области, значит, горсайт, мы сделали заявку на будущее. У нас, как и вы знаете, есть 60 групп в районах. В каждом районе у нас есть группа ВКонтакте, есть в Одноклассники. То есть на будущее мы себе ставим цель полностью покрыть информационное покрытие Новосибирской области. Я думаю, у нас все это получится. Несомненно. Несомненно. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Планы у нас наполеоновские. Да, но... Думаю, это... Вот. Ну, что касается рубрик... Пока те, что есть, нас устраивают. То есть это разные ходы, мы применяем разные ходы. Очень люди выручают. Вот буквально недавно был опубликован материал, вы, конечно, его не пропустили, о змеелове. Представляете? Да, конечно. Да, представляете, какая редкая профессия. У нас всего три змеелова в Новосибирской области. Всего три. И один вот из них был на горсайте. Да, сейчас готовится материал, не буду говорить вообще детали, потому что не буду рассекречиваться. Вообще, есть на территории Новосибирской области уникальный дом. Уникальный. Такая, знаете, небольшая деталь. Средневековый. Ничего себе! У нас в области. Да, у нас вот в области. Да. Где? Не скажу. Но скажет горсайт совсем скажет скоро. Скажет горсайт, да. Ну, за самыми интересными новостями Радио 54 действительно следит. Мы делаем репосты в нашей официальной группе ВКонтакте. Как только увидели, оп, надо сразу. И все, забрасываем. Я все пытаюсь про этот средневековый дом. Это что, вот реально там 14-15 век? Хорошо, не 14-15 век, но рыцари там есть. Вот, это главный показатель. Рыцари есть, камин есть, там, не знаю, трубадуры там поют, ну или пели. Да. Все понятно. Так будем искать. Так что будет интересно. И все-таки вот Юля сказала о сотрудничестве Радио 54 и Горсайта. В дальнейшем мы планируем еще уплотнить. А ну-ка, здесь поподробнее. Да, уплотнить наш союз, переплестись. Вот о кнопке, которая на сайте. Это не просто кнопка, значит, нажал, значит, и пошла музыка. Там будет полностью вываливаться анонс новых программ Радио 54 с переходом на контакт. То есть нажимаешь кнопочку, показываешь, оказываешься в группе Радио 54, пока Радио 54, потом мы это расширим. Но самое главное, что Радио 54 должно представлять, что это не просто музыка, что это новости, что это интересные передачи, что это прекрасные гости. Это правда? Да, это, несомненно, правда. И все это будет на горсайте. Круто. Это очень круто. И да, я провела анализ сайтов. Ну, у нас все замечательные сайты, но такого как горсайт нет. Да вот, кстати, в чем уникальность? Давай перечислим вот по пунктам, чтобы человек понимал, да, почему я должен вообще зайти на горсайт, когда у меня есть вот этот и еще вот этот. А больше-то ничего и нет, по сути, на себе. Три игрока, ну, я насчитала. Может быть, их больше. Да их больше, конечно, но ключевых я имею в виду. Но у горсайта есть очевидные, да, какие-то преимущества. Вот можно по ним поподробнее? Да, у горсайта есть несомненное преимущество. Давайте я начну с дизайна нового. Все-таки мы по этому поводу здесь собрались. Повторюсь, это радио, телевидение, новости. Все на одной кнопке. Все на одной платформе. Это очень удобно. Конечно, и, да, это правда. Это очень удобно, очень круто, очень замечательно. Ну и самое главное преимущество горсайта – это новости из районов области. Эксклюзивные новости из районов области. Ну, я думаю, что и актуальность этой новости многие могли бы позавидовать. Да, не релизные новости. Для меня это тоже очень важно. Я к этому стремлюсь, да. Я уважаю труд коллег из пресс-служб. Не релизные, это имеется в виду не то, что хотят тебе показать, а то, что ты сам увидел, смотри, да? Смотри, пришел текст на почту. Вот да, я о чем и говорю, тебе это показывают. Расхватали и переписали, и некоторые даже не заморачиваются. А когда ты сам новость нашел и показал с какого-то другого ракурса, да, это совсем другое. Да, стремимся к тому, чтобы отойти
уйти от релизных новостей. Они замечательные, они актуальны, но у нас должно быть свое. Это эксклюзив. Да, чего бы нам этого не стоило, мы все силы на это бросили. Чем мы искренне поздравляем районы Новосибирской области, которые теперь смогут легко достучаться, докричаться, рассказать. Кричать точно, не надо. Точно знают, иногда можно, полезно, да, сбросить эмоции. Знают, куда обращаться. Есть, может быть, электронный адрес или номер телефона, вот куда звонить, чтобы... Каким образом предлагать свою новость? Чтобы твоя новость оказалась на горсайте. Вот сейчас он слушает нас, к примеру, Черепанова, и очень хочет рассказать о чем-то. Заходишь на главную страницу, внизу мои контакты. simakovo.tv.ru. Угу. Все письма по этому адресу я прочитываю. Также работает, ну, пока не работает. Но будет работать. Но будет работать, да, на сайте кнопка «Предложить новость». Вот, угу. Отлично, очень удобная история. Да. Ну что, мы Горсайт поздравляем с такими замечательными новостями. С нами сегодня была Полина Симакова, главный редактор Горсайта. Все главные новости. Давайте пожелаем главному редактору, чтобы Горсайт стал главным сайтом Новосибирска. А мы в этом станет. Вообще не сомневаемся ни на секунду. И еще раз, друзья, напоминаем каждому из вас, что теперь и кнопка прослушивания «Радио 54» появилась на Горсайте. Это очень удобно. Телеканал УТС, самые горячие сюжеты, все в одном месте на Горсайте. Полин, большое спасибо за то, что пришла сегодня. Спасибо, это хорошие что пригласили. Новости. Радио 54. Первое областное радио.